тропические леса здесь. Очень мало сейчас прошел вот в этот переход. Нереально тяжело идти. Дороги нет. Вот. Это вот какая-то тропа зверина, я пришел вот отсюда. У меня наступил тот момент, когда рюкзак хочется взять и выкинуть вообще. Ну вот и все. Конец пути. Обошел озеро с южной стороны. Вот этот суп, который вот вы сейчас видите, это вкуснятина просто неописуемая. Это, я не знаю, курица с грибами, картошечка, овощи. Доброе утро. Время 6:30. Уже ровно 5 часов идет дождь. Время 10 утра. Я предпринял попытку выбраться наружу, посмотреть, как здесь обстановка. Дождик временное, видимо, затишье, потому что он еще собирается лить, мне так кажется. Здравствуйте, друзья! Завтра отправляюсь в поход. Двухдневное путешествие у меня будет на озеро Красное болото, и сегодня я хотел бы вам показать, кратенько рассказать о снаряжении, которое я беру с собой в подобные походы. Итак, мы имеем рюкзак, он около 110-120 литров, куда все будет складываться. Далее, здесь, собственно, вещи. Там у меня штаны, запасная футболка, носки, нижнее белье, которое предназначено для переодевания в случае промокания или просто для переодевания в лагере, когда я уже приду на место. Дальше. Палатка. Палатка у меня Сарма от фирмы Трамп. Полуторка. Вот. Она с тентом, алюминиевые растяжки, алюминиевые колышки. Вот такая палатка. Мне очень нравится. Ну, я, может быть, делаю обзор по ней, как ее ставлю, устанавливаю, как я в ней сплю. Но вы можете посмотреть, я уже в этой палатке спал. Я в ней уже ночевал в походе к кактусам в Астраханской области. Видео уже, в принципе, с участием этой палатки есть. Дальше. Дальше. В этот раз я беру спальник, довольно-таки прохладный на улице. Я беру спальник Dreamlight 3050 с температурой комфорта плюс 1, лимит минус 5, вес 1700. Вот такой спальник. То есть достаточно прохладно сейчас, и поэтому я беру спальник такой. У меня еще ряд летних спальников, но в этот раз со мной идет именно этот. Дальше. Это значит у нас надувной коврик Nordway. Вот, я им уже пользовался. То есть самонадувающий коврик. То есть это место пенки. Здесь, значит, что у нас имеется? Это у нас комплект непромокаемой одежды, который стоит. Я потом буду одевать, и вы увидите все это в видео похода. Здесь у нас штаны и парка с капюшоном непромокаемый на молнии, ну как бы комплект, да, то есть на случай дождя. Дальше. Чуть не забыл, еще в эту тему идет тент Nordway. Я уже его тестил, опять же вы увидели, вес около килограмма. Тент нестандартный, скажу сразу, он не очень удобный, потому что он имеет восьмиугольную структуру. Но, тем не менее, я его пока натягиваю, и пока нет другого тента, я пользуюсь именно этим. Дальше. Здесь у меня шнур паракорд, значит, моток довольно-таки тонкий. Ну, он для натяжки, растяжки тента, для вывешивания там всевозможных предметов, белья, предметов обихода. То есть, ну, для быта. Короче, шнур для быта. Дальше. Мой томагавк СОК. Отличнейший томагавк. То есть многофункциональная вещь. По нему обзор тоже был. Дальше.
пила, ножовка раскладная. По ней тоже есть обзор. Дам ссылочку. Дальше. Новая моя фляга. Я уже заполнил водой. Фляга австрийской армии. На 600, по-моему, ровно. Или 600 с чем-то грамм. Буду ей пользоваться первый раз. И поэтому я по ней скажу в процессе похода. Дальше. Здесь у меня котелочек. Котелочек у меня сейчас заправлен в печку щепочницу титановую, которая весит там чуть ли не меньше 200 грамм. Котелок у меня солдатский. Сейчас я открою. Здесь у меня в котелочке лежит крышечка. Крышечку мне сделал Стас Печкин. Делал он ее вместе с печкой. Она шла в комплекте вот с этой щепочницы. Скажу сразу, щепочница весит. Она практически ничего не весит. Это щепочница невесомая, титановая. Я уже пользовался несколько раз. Много у меня есть видео с ее использованием. Вы можете посмотреть это и в фильме о путешествии на урочище Кордон. И в Подмосковье ходил с ней, использовал. То есть замечательная печка, которая просто невесомая. Ну, космические технологии. Как бы так. К ней идет крышечка. Стас Печкин позаботился об этом. Вот. Котелочек у меня. Котелочек солдатский, который вставляется сюда. Сейчас я уже не буду все это совмещать. Крышечка, и здесь закрывается, значит, таким образом крышка котелка, и закрывается специальная щель отверстия. Но сейчас закрывать не буду. Дальше. Продукты. Самое интересное. Так, что у меня здесь? Очень-очень-очень кратенько. Сейчас подвину эту вещь. Значит, помимо 600 грамм воды, которая у меня в котелке, которая у меня во фляге, у меня будет с собой литр 750 чистой воды в бутылке. Дальше я беру с собой консервы, мясо цыпленка в собственном соку для супа, я беру с собой говядину, Йошкар-Олинский мясокомбинат, для приготовления второго. Я беру с собой фасоль Хайнц. Дальше, что у меня здесь имеется? У меня имеется здесь гречка, два пакета. Каша у меня имеется с малиной и со сливками. Дальше у меня два пакетика сгущенки натуральной на молоке. Картошка. Это у меня лук. Морковь, все это пойдет в суп. Частично картошка пойдет, может быть, для запекания. Дальше. Что мы здесь имеем? Вот в этих баночках я храню. Здесь у меня чай индийский. Здесь у меня... Открываем. Сейчас мы откроем. Здесь у меня одноразовый сахар для нужного количества заварки чая. Здесь у меня соль, перец, собственно, миска, которую буду все готовить. Дальше. Нож швейцарский. Нож открывается одной рукой, одним пальцем. Сейчас попробую это сделать. Вот так. Это, значит, нож. Дальше здесь у меня вилка-ложка. Потом идет чайная ложечка. Кружку в этот раз беру алюминиевую. Не нашел свою термо. Где-то она в гараже зарыта, не знаю где. Дальше. Фляга. 150 мл. Ну, здесь налит вискарь, честно скажу. Дальше. Фольга. Буду ловить рыбу. Ну, если поймаю рыбу, буду ее запекать в фольге. Далее. Переходим к фотовидеоаппаратуре. Здесь у меня экшн-камера Yonza Game.
Здесь камера, на которую сейчас снимаю, Panasonic, основная камера моя. Дальше идет штатив Струбцина, который был обзор совершенно недавно, в конце зимы. Ссылка сейчас будет в углу. Дальше. Здесь у меня бинокль переносной, легкий. Не помню, сколько кратный. Сейчас мы посмотрим. Пентакс. Так, не вижу ничего. 8-20-8-кратный. Пентакс. Хорошая вещь. Пользовался. Дальше у меня переносной фотик. Зеркалка у меня есть. Я с собой не потащу. Беру с собой фотоаппарат, мыльницу. Буду снимать фото, сюжеты именно на этот Nikon. Дальше. Налобник. Налобник горит. Два режима. Плюс мигалка. Далее. У меня идут мои принадлежности для рыбалки. Сейчас, наверное, достану спиннинг, покажу. Спиннинг Shimano Katana. Сборный. Вот такой. Разбирать его сейчас не буду. Разберу, опять же, я во время похода, вы все увидите. Дальше. К этому спиннингу идет у меня катушка. Маленькая, легкая катушечка. Katana 1000F. FC. Далее у меня идет коробочка с блеснами, всякими принадлежностями. И вот такие вот плоскогубцы в качестве съемника блесен изо рта хищника. Далее идет у меня защитно-сигнальные принадлежности. Ну, первое — это у нас факел желтого огня на случай. Ну, не знаю, на какой случай. Короче говоря, факел просто есть и все. Дальше у меня есть сигнал охотника. Он сейчас снаряжен желтым и красным патронами. Вот. Здесь коробка патронов. Это все для самообороны, для сигнализации, для сигнализирования. Вот. Это у меня идет отдельным этапом. Дальше у меня там пакетики. Доставать все члены. Может быть, не будут пластыри от ожогов. Бинты, там у меня пластыри обычные, там что-то еще. Ну, в общем, короче говоря, такая мини-аптечка. Доставать не буду. Дальше, что очень важно. Я с собой, ребята, тащу лодку. Лодка резиновая, вот таким. Вот так она выглядит, Intex. Она армированной ПВХ. И я на ней уже плавал и рыбачил. Лодка замечательная тем, что ее можно тащить с собой. На ней можно, я в нее умещаюсь, и на ней можно рыбачить. С ней идет насос, который сейчас не буду доставать с пакета. Вот такой насос. Итого. Рюкзак, принадлежности, вода, еда, снаряжение, рыбацкие принадлежности и лодка. Все это буду грузить сегодня, наверное, в течение часа, уже вечер, и за окном уже вечер, солнце садится, вот. Поэтому все это я буду сейчас грузить.